Когда руководство предприятия не способно решить внутренние проблемы, приходит внешний управляющий, однако нередко и он оказывается малоэффективным. В конце 90-х, в основном начиная с 96-го года, на проблемные производства стали массово приходить внешние управляющие. Так было и в Челябинске, и в Горнозаводской зоне, и на Каслинском машиностроительном заводе. Новые руководители занимались преимущественно тем, что добивали предприятия, сдавали в металлолом оборудование, воровали все, что можно украсть. 98-99, это вот пики банкротства, 2000-й, ну, область потеряла около 20% предприятий, при том, что с наиболее высокой технологической составляющей, прежде всего предприятия машиностроительной отрасли были потеряны. Да, много сельхозпредприятий было потеряно, что-то восстановили, что-то уже невозможно восстановить. Сегодня ситуация практически не изменилась. Вместо того, чтобы выводить предприятие из кризиса, искать стратегических инвесторов, внешние управляющие занимаются решением своих личных проблем. В области создана гильдия внешних управляющих. Ее возглавляет бывший губернатор Вадим Соловьев. Если это возможно юридически, региональное правительство введет обязательную аккредитацию таких управляющих в областном Минсельхозе и Министерстве промышленности. Будем просить средства массовой информации, чтобы за всеми банкротными предприятиями следили пристально, задавали вопросы внешним управляющим, чтобы они отчитывались своими планами. Буду встречаться с Вадимом Павловичем Соловьевым, чтобы было подписано соглашение с Челябинской областью и гильдией внешних управляющих. По словам губернатора, Челябинская область не должна больше потерять ни одного предприятия. Еще одной важной темой совещания стало строительство нового масштабного путепровода в Челябинске. Партия «Единая Россия» предложила построить в южноуральской столице еще один транспортный коридор. Он мог бы связать поселок Шагол через улицу Чичерина с университетской набережной, далее по мосту через Миас вдоль Шершней через улицу Кузнецова дорога должна выйти на Уфимский тракт. Михаил Юревич дал поручение природоохранным ведомствам и администрации города внимательно изучить возможность строительства. Если препятствий не возникнет, в следующем году «Единая Россия» профинансирует строительство нового транспортного коридора.